И всем привет, дорогие друзья. С вами канал Black Horror и Loki. Привет, ребят. Да, и вот мы находимся в этом лагере. Детский лагерь, ромашка. В общем, так, ребят, получилось, что был рестарт, пока мы пытались здесь напиться водой. Мой автомат пропал. Я выложил его на землю, и он канул в небытие. Но зато мы напились, так скажем, я пожертвовал стабильностью сервера автоматом. Админ был слишком жесткий в валюте. Вот. Ну и сейчас мы будем потихонечку двигаться вперед от Черногорска. И будем пока что стараться... Давай посмотрим в этом-то. Ну, ты куда? Не-не-не-не-не, вот здесь. А, ну это больничка. Медицинский центр, да. Мы пока будем стараться искать более лучший шмот для персонажей. Кстати, вот это у нас морфин, вот его надо взять. Возьму морфинчик. Желтый какой? Не, это адреналин, морфин красненький. Просто не, если мало ли, ты сломай. Адреналин, насколько я знаю, если, например, ты попал... Если, например, тебя подстрелили и ударили, у тебя контузия, ну, то есть ты просто лежишь без сознания, я могу на тебя использовать адреналин, ты тут же вскочишь. Ну, понятно. Ну, вот. Ну, можно, кстати, тоже один взять, если у тебя есть местечко. На всякий пожар. Так вот, мы пока будем искать получше шмот. Вот сейчас у меня вообще прекрасный FPS, никаких проседаний. Мы будем искать шмот, оружие, а уже после этого, когда мы будем себя комфортно чувствовать, будем искать вот всякие вот такие развалюшки. Блин, я не могу туда зайти. А, так это... Это рабочий. О, да, в него уже кто-то положил, либо она была. А, как туда? Бип-бип! Я крутой драйвер. И тут она случайно заводится и сбивает меня. Ага. Ну-ка, я могу сесть? Как сесть? А, колесиком крутани, там будет типа как пассажир. У меня только посмотреть контент. Не-не, ты встал сбоку. А вот, например, смотри, такой, куда? Привет. Так, билетики. Оплачиваем проезд, мужчина. Где я сижу? У тебя шлем за затылком. Серьезно. А у меня панамка нормально надет? Ну да. Следующая остановка — город Пупкино. Ладно, черт. Выходим. Не, ну вот прикольно, что он так, короче, когда с видом от первого лица, он прям так выходит. Ну да. Ну смотри, на нем вообще нет колес. Ну, то есть, да, если, если собирать, придется довольно долго искать всякие эти. Там и двигателя, наверное, нет еще. Да нет, там надо, по сути, наверное, свечи, аккумулятор, колеса. Ну, топливо, как видишь, в нем есть. Так, а что это там? Вот, кстати, в этих лесных домиках бывает оружие. Да, так я что давай. Я сразу сиганул. Так, а что? Почему бы и нет? Блин, это не лесной домик, это курятник, там нет ничего. Не-не, в нем тоже бывает. О, фляжка и... Ага, это этот, чтобы делать на кролика ловушку. Но у меня пока места нет. Куда идем? Так, вот что там, поле? Давай пока вот так просто вверх пойдем. Я надеюсь, что мы все-таки бежим вверх по карте. Будем двигаться в сторону аэропорта, там есть рядом с ним и военная база, где можно раздобыть хотя бы какой-то лут. Хотя сейчас вот эти военные объекты, например, это вот, как ее звать-то, вышка эта, взлет на аэродромах, они все без лута. Но поскольку это приватный сервер, может быть здесь и лут как-то... А, нет, это только с новым рендером, по-моему, дадут возможность админам, короче, спавнить количество лута. Ну, у них будет возможность, в общем, делать лута больше, меньше на сервере. Обещают к концу февраля, начале марта, но это
Опять же, их обещания не всегда они их выполняют. Так, сейчас вот отсюда как раз с горы посмотрим, может, какой городок есть. Потому что у меня... Так, у меня из питья только фляга, из еды две банки и пакет риса. Так, ты у меня опять начал на месте бегать. Да, я стою. А? Стою у тебя? Да-да-да. У меня мир впереди прогружается. Ага. Так, ну я вижу, вон впереди есть какое-то поселение. Можно туда зайти. Ты идешь? Иду. Все ж ты... Вот любишь ты бегать с поднятым оружием. Не, ну знаешь, если... Он так медленнее передвигается. Я знаю, но если кто-то встретится, то убью. Убью. Так, я вижу там церковь. Не, дружелюбный, то убью. Ну, это так же, как чувак в полицейском участке. Давай его завалим! Даже не спросив, мирный он, не мирный, сразу там... Сейчас я его топором! А я его пытался убить как-то, но что-то вроде промахнулся. Да я тоже, я пытался, начал убегать, я хотел махнуть мачете, у меня скакнул ФПС, в итоге я куда-то вообще мимо ударил. Ну хорошо, что не по мне. Так, интересно. Ну, кстати, я боялся, что я тебя в пузо засажу. Я бы, наверное, все. Так, какая-то хорошая деревня вроде как. Да, вообще замечательно. Так. Заодно сейчас попытаемся понять вообще, где мы находимся. Ну, сейчас мне главное это найти хотя бы патронов для Мосинки. Если уж так получилось, что автомат я потерял. Да бляха-муха. Случайно застрял на месте. И питьё. Так, церковь это неактивная. Блин, я подумал, ко мне... Да, какие-то шапочки. Я подумал, ко мне зомбарь подходит. А это ты из-за угла выскочил. Так. Так, я пойду рассмотреть вон те дома. Давай. Тут красная панамка. Кастет. Не хочешь себе? Будешь крутым гэнгстером. Да не хочу. Ты в какой дом пошел? В зеленый? Я вижу чувака вдалеке. Твою мать, я тоже вижу! Убил его, нет? Стой, твою мать! Ром, он не мать. Один. Он не один, Ром, там еще есть. Не беги за ним. Ладно, я стрелять не буду, но ты, блин, не пугай-то. Ром, там еще есть чувак. Он меня на месте бежит, мне это не нравится. Он слева, короче. Ты скажи, он... Я за тобой. Я не знаю, зачем ты за ним побежал. Он рядом со мной пробежал, я в задний забежал. Сзади. Видишь? Да, вижу. Убьем его? Да, это не он. Или он. Потому что их двое было. Ну, как бы вот это... Это он стреляет? Нет, это я его убил. Убил? Да, у него пушка есть. Иди забирай. Слушай, еще есть, еще чувак, смотри внимательнее. Вот, когда ты с ним здесь бегал, вот там вот где-то слева, у забора. Забирай, там дофига пушки. Дофига пушки? Ну, ты понял. Там есть как раз то УЗИ, что ты не потерял. А, да, слушай, похоже. Ствол какой-то. Так, бинты. Я тут заберу ботиночки. Вот это заберу, это что? Какие-то патроны миллиметровые. Угу. Так. Возьми себе открывашку, кстати. Есть. Да, открывашку возьму. Так, отлично. И так, это МП5. А я не знаю, подойдет это обойму? Все, короче, я у него ствол какой-то забрал, у МП5 это я ему выкинул. Ну-ка я посмотрю, ствол, который забрал, у него есть патрон? Скорпион, для него какие нужны? Бляха-муха, нет патрон. У меня есть какие-то... Так, у него есть пушка, но это далеко не та, которую я бы хотел. Сессия прервана.
Да? Да. Ты у меня сел рядом. Ладно, захожу сам. Мне прямо, знаешь, как-то резко выкинуло, и написано «Сессия природы». Угу. А на этом серваке вообще можно людей убивать? А, да нет, вроде не забанили. Не-не, можно. У тебя было, да? Слушай, какой-то бред. Ты у меня стоишь здесь рядом, а еще да, один... Да, у меня то же самое было, когда... А еще один чувак у тебя убежал твой вперед. Фига себе. То есть тебя сейчас двое. Тебя сейчас двое. Это вот один у гаража. Я попробую. Может, кстати, бывает такое. Так, все, я появился. Твою мать, я вижу самого себя. Я тебе говорю, а ты где? Ты впереди... Вот, да? Я попробую сейчас с того оружия снять. Если он его распознает. Да ты перелезь ты через забор, дебил. Боже, какой он тугой. Он не хочет перелезать через забор. Ты меня бежишь на месте. Да я стою на месте. Так, попробую его здесь. Я вижу тут своего парня, что с ним делать? Может, не надо его пытаться убивать? Я его не пытаюсь убить, я... Проверить пульс. По своему же ударь, он пропал. А, все, я проверил пульс, и он... Он, короче, пропал. Так, а что это у него за пушка? Блин, ну тут у него, конечно, прикольная пушка такая, называется Скорпион, но для нее нет патронов. Стоп, а ты ее взял, эту пушку Скорпион? А, нет, она здесь валялась. Я ее в руки взял, просто проверить, какие-то патроны я подобрал. Но это не под них. Хотя, знаешь, как здесь вроде патроны иногда нужно проверять? Наводить прямо на пушку. Угу. Так, что, выкидывай Скорпион? Ну, да. Тебе он нужен? У меня-то патроны именно для той. Кстати, вот я нашел какие-то патроны, вдруг... Вот я их выкину вот здесь. Вот, надо смотреть. Так, сейчас посмотрим. Тейк. А куда я их, интересно, запихал? Это в кастрюлю, что ли? Куда, куда ты рванул? Что ты вытворяешь? Кто я? Нет, мой перс. Нахрен выкину я пока кастрюль. А, патроны в ней. 5.45, короче. И что это? Это для автомата какого-то. Твою мать, а куда делся мой пистолет? Ну, он что-то валяется все. Мне пистолет пропал. Видимо, потому что... А в рюкзаках-то посмотри, нет? У меня... Вот он валяется. Вот, вот, вот он. Вот тут забор. Кстати, я вот здесь стоял, меня здесь и выкинул. Ну вот. Так, печку выкинуть, у меня места нет. Ладно, буду... Посмотри, что с моими руками. Привет. Не хочешь познакомиться? Привет, дружище. Что это такое, вашу мать? Ты говорил, что здесь кто-то еще где-то есть. Да. Я заберу Скорпион, пусть он у меня будет лежать просто рядом. Вот там вот, короче, когда этот чувак, ты его вот тут встретил в начале, да? Да. А когда я заметил чувака... А он не выглядел так же? Я не помню, как выглядел, потому что я видел издалека, он вот там вот по дороге гонял. Чё, тут есть что-нибудь? Нихер нет. Ну, на твой счет можно уже одного записывать. Ну да. О, кстати, бутылка, кстати, вот эти вот чипсоны, которые там валялись, они очень хорошо пополняют, короче, еду. Есть вот. Кто есть тут? Кто тут? Меня стреляли. Меня стреляли. Я ранен. Я ранен. Помоги. Помоги. Где? Где? Everybody, everybody. Вот здесь вот по этой дороге чувак бежал. Так что есть вероятность, что это I'm либо... Here. I'm here. I'm here. Не, никого нет. Ну, а ты думаешь, тебе все так сразу и ответили? Ну, вдруг. Вдруг они подумали, ооо, это, наверное, как... О, я пистолет вижу. Прикинь. Где? P1. Тебе нужно? А, у меня... Вот эти патроны, которые ты подобрал... Не-не, те для автомата. А, ну, тут, ладно. Так, я, короче, в черной Панаме,
и в противогазе, чтоб ты знал. Да, ты испугайся, начну сразу палить. Это точно. Ты моёшь. Так, гвозди. Главный Ром такой, да не, мы сначала с ними поговорим. Сразу такой, ты кто? Я его убил. У меня есть еще один пистолет. П1. Но для него тоже нет обоймы. Так, я забегаю тут в этот, в сарай. Угу. Вот, наверное, он подумал, твою там мать, что за мудак. Так, здесь есть винтовка. Так, так, так. Так, ты сейчас где, Ром? Я тут в сарае в этом бегаю. В длинном, да? Макаров нашел, прикинь. Ага. Бляха-муха, я не ожидал. Что можно найти Макаров в твоей дивизии? Блин, мне бы хоть что-то найти, а то патроны есть. А оружие, короче. Нет, как бы у меня есть и патроны, и оружие, но вся тема в том, что они все различны. Так, ты в длинном, да, в этом бараке? Да, я смотрю вдаль, мало ли кто-то где-то будет пробегать. Ну, заметь, всех, кого мы встречаем, у них ни у кого нет оружия с патронами, да. То есть, получается, это такие люди, как я. Так, я Мерон, еще... Я к тому, что они просто имеют оружие, имеют патроны, но это все разное. О, какие-то башмачки клевые. Ну, и да, в хорошем состоянии. Башмачков. Я там выбросил свои в хорошем состоянии, подобрал желтых в хорошем состоянии. О, еду. Пистолет Макарыч. Как блин, хорошо. Что же лучше, взять Макарыч или этот? Возьми оставить. Макара. Ну да, Макара. Мне кажется, для Макарова легче найти. Но Макарова, по-моему, 9-миллиметровые. Так, я забегаю. А нет, точка 380. Рядом в один сарай забежал, если что. Там. Тяпка. Еще одни башмаки. Ворм. Так, что тут? Так, выбегай из этого длинного здания. Ага, ты где? Да тут. Да ты бегаешь к синим дверям. Ты подошел? Ты открыл синие двери, Ром. Ром. Япона. Я думаю, что это за этот? Ты был похож на этого. На бензопильщика из Evil Within. Такой был. Блин, ты что, знаешь, фильм же есть такой, знаешь, где там тоже какой-то голый бежит с бензопилой. Я нашел блок питания. Аккумулятор-то? Да. Да-да-да, у меня один, кстати, есть. Да нет, просто понимаешь, ты такой раз молчишь, и чувак чисто, я слышу, ну, как бы крадется. И я думаю, блин, чё за бред? Не, я подумал, что мало ли просто, знаешь, ну, кто-то решил, да, реально. Как бы и тут открываются двери, и такая башка такая. Ну, это и было моей целью, напугать тебя. Блин, а тут не зайти. Да, там так, ничего. Ладно, пошли, смотрим, как мы шли-то, откуда. Пум-пум-пум-пум. Просто бы не получилось так, что мы сейчас как-то повернем не в ту сторону. Ладно, давай вот в эту пойдем. Да. Там вон красный дом, туда можно еще зайти. Город так впереди. Прикольно выглядит. Мне нравится. Где можно людей встретить? Я люблю их встречать. Не, ну знаешь, там иногда такой тип. Я когда говорю человеку, алло, здорово, там, привет, если он молчит, это уже как-то должно тебя пугать. Я сразу стреляю, чушь.
Ну да, то и... отвечает, я мирный, то все такое. Я вижу вышку, давай туда забежим. Я пока в доме. Ща, ты какую вышку ты видишь? Ты в доме, блин? Да, да. Опять за тобой побежал, куда ты в горы, блин, отводишь так, меня. Так, это Могилевка. Давай тогда я... Ты видишь меня хотя бы? Да, да, я вижу, что ты к вышке побежал. Мне что-то показалось, ты, как будто... Ты как-то боком бегаешь. А я просто смотрю в бок. Нет, мне просто так вот боком бежишь, знаешь, как ты. Ну да, да, он просто повернут так. Просто мне показалось, что кто-то так сделает. Ну ё-моё, я не могу подняться по лестнице почему-то. Сейчас читер подойдет, подожди. Читер забирания по лестнице. Воу-воу. И я смог. Так. Что там есть? Ух ты, вот это нормально. Нужны наконец... тебе штаны, да? Да. Ну, забирай. Вот причем... тут, кстати, смотри, сколько. Да, их две штаны. Пары. Нет, три даже. Ну, да, одни. Одни просто в дэмэдж. Все. Я обгадился на себя. Я застрял головой в твоей заднице. Так. И куда нам идти? Сейчас, давай-ка я посмотрю, у меня же есть карта. Чё ты у меня бегаешь, кулаками махаешь? Ёп! А, это ты бьёшь, я думал, по нам стрелять начали. Я заметил, кстати. А то ты бегаешь кулаками махаешь. Опять? Да, как у тебя было. Теперь у меня, теперь у тебя, да? Да. Так, мышки. Это проблема. Мышки. Ладно, я захожу. Давай. Ёлы-палы, мы как-то вообще с тобой куда-то непонятно куда убежали. А, ну все, слушай, все нормально. Сейчас от этой вышки как раз идем вверх, вверх. И там нормально, нормально. Тут будет вверх, тропинка. Вверх, и нормально. Да, так, значит, где-то вот тут должна быть тропинка. Я пока ее посмотрю. Ты не забывай, я возле вышки. Угу. Так, если мы не примерно... потеряй меня, не напугай меня. Самое главное, не напугай меня. Те, кто меня пугает, я пугаю их. Угу. Так, мне надо просто понять. Мы сейчас смотрим вот на эту вышку, вот эта дорога. Ну и походу по этой дороге как раз нам и нужно будет выдвигаться. Так, ты у меня появился. Отлично. Я прям перед тобой. Кстати, я иногда, знаешь, пытался как-то, но все равно, когда встречаешь человека, если он будет так отдаленно, иногда слышать несколько. Пойдем, пойдем. Где-то, мать, у меня опять куда-то моя пушка пропала. Ну, она, скорее всего, вот под лестницей. А, тьфу ты, блин. Потому что когда на лестницу меня... забираешься, она может упасть. Mm-hmm. Так, я надеюсь, что нам по этой дороге. Ты бежишь? Да, я тут ключи какие-то выкинул. Для... чтобы пушка помещалась. Нет, на самом деле, вот, кто бы что ни говорил, серьезно, да... Когда встречаешь людей, как сейчас в DayZ играют большинство просто как в PvP какой-то, я серьезно, я лучше сам завалю, еще и облутаю, чем буду убитый. Ну да. Так что убей или будь убитым. Отлично название для серии. Да. Особенно мне нравится дружелюбный Рома, который... Не, ну я сначала вообще спрашиваю... Чувак! И такой раз из-за порта. Стой! Стой! Он у меня куда-то пропал. Не, чувак, ты мирный, ты мирный. Дыш! Я его убил. Вот это мне просто понравилось. То есть, Рома, он сначала высаживает обойму в человека, потом спрашивает, мирный ли он. Когда чувак отвечает да, он высаживает ему пулю в лоб. Так, я надеюсь, что мы правильно бежим. По сути, серия нам уже... Мне недолго осталось. Принесла много плодов.
Да, у нас уже вторая серия получается. Икшон и Роу стреляют во всех подряд. Тебе надо было его трупа спросить, мирный он или нет. Выкладывай! Я спрашивал, потом топором еще до конца рубил, на всякий случай. Ну да, ты пытался его это... Так, здесь есть, короче, этот, где-то гора Зуб. Зуб. Или замок. Блин, что-то... Ладно, если сейчас увидим здесь тропинку. О, домик. Впереди. Вот, вот как раз сейчас тропинка, там домик. Да, 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 нам как раз туда. Где-то за ней на горе должна быть этот, как его звать? Этот замок Зуд. Замок Зуда. Зуд. В заднем проходе. И... Ты смотришь по сторонам все? Да пока я нет. Я вот иногда боюсь, что кто-то за нами следит. Я не знаю, я из этого хожу и как... Ну, это Дейс. На всякий случай смотрю по сторонам, что происходит. Да нет, просто я уже понял, как бы, знаешь, если тебе прилетит откуда-то, то от этого уж не уйти. Так, это не открывается. Так... Да, что-то как-то бред. Вот в этом доме должна дверь открываться, она закрыта. А вот в этом здании... О, ну хоть тут. Открылось? Нет. Как-то бред. С той стороны тоже не открывается? Сейчас через окошко посмотрю, там хоть что-то есть. А я отойду, чтобы посмотреть вдаль, есть ли кто. Вдаль. Вон, мы сейчас пойдем посмотрим с верхотуры лучше. Ты где? Я в гору поднимаюсь. Туда, где смотрю, вижу, замок? Деревня недалеко. Какой замок? Ну, в какую гору ты поднимаешь? Ух ты, ё-моё, замок! Ну вот, это Зуд и есть. Ладно, поднимаюсь туда. Я вижу тебя, я слева от тебя. Бегай боком. На всякий случай возьму мачете хотя бы. Это все, что есть у меня. Да бери его. Вот так вот. Все спокойно. Так, аккуратно. Никого нет. Ты смотри, сколько у тебя патронов-то осталось? Нормально. 6 патронов еще в этой пушке и еще одна обойма. Ну, хорошо. Мне хватит одного патрона, если я в голову попаду. Да если ФПС разрешит тебе это сделать. Твою мать, я себя прерван. Опять? Да. Блин, что-то, короче, странно. Давай я пока здесь осматриваюсь. Жду тебя. Может быть, он меня... Ай, охренеть, ты у меня опять куда-то через стены побежал вперед. Я аж чуть не обосрался. Ну серьезно, ты такой, сессия прервана. И раз. Ты что, застрял тут в доме, что ли? Не-не-не, еще появились. Да не, я про твоего двойника. Представляешь, который... если они, их будет много, и они не будут пропадать, и они будут всегда куда-то бежать вперед. Угу. Все будут обсираться. Так вот, я сейчас реально чуть не обсерился. Тут, блин, что-то нифига лутан. Так, я забегаю в этот замок. Давай. Тут, короче, увидишь, такая высокая-высокая лестница внутри будет. Ты поднимаешься или нет? Так. Где тут вход? А, вот вижу. Я на крыше, короче. Ой, ёп. Леха. Ты стрельнул? Нет. Я в здание забежал. Я тоже в здании. Кто стрелял? Ты наверх поднимаешься. Да. Сессия прервана. Давай тогда забирайся наверх и попрощаемся, что ли. Там как-нибудь спрячься. Я смотрю на Локи, который еще не пропал.
Я надеюсь, я с крыши сейчас не убегу. Не, ты стоишь на месте. Ага, а стрелял-то кто? И стреляли с винтовки какой-то. Фух. Какой здесь вид неплохой. Да, ребят, ставьте побольше лайков. С вами были Black Horror, Black Horror и Локи. Всем спасибо, всем пока. Пока.